Я думаю, что то, что вокруг этого закона столько разговоров и столько противоречивых мнений, говорит о том, что проблема очень серьезная, и, в общем-то, мы не готовы еще ее решить. Я думаю, что это будет не последняя поправка, и будут изменения, это правильно, потому что любое кардинальное изменение, оно несет за собой, в общем, массу проблем. Я думаю, здесь главное, в общем-то, не настаивать на своем из принципа, что называется, да, а действительно искать такой путь, при котором люди науки будут действительно заниматься наукой, и при этом им будет заниматься ею комфортно. То есть у них будет и возможности для этого, и средства для этого, и время для этого. То есть я считаю, это самое главное.